Площадка обмена с Kinami CS Money обновилась. Теперь у них есть новый режим Market. Цены ниже Стима, горы скинов, моментальные сделки, а деньги можно вводить сразу на карту. Переходи по ссылке в описании и меняй скинчики легко на CS Money. Я пойду к тебе. Это генератор. Я пойду к тебе. Все, я включил свет. Иду к тебе. Включай свет, я включил свет. Что с дверью стало? Она из петель слетела. Ты что, дебил, аж к тебе шел? Ты ж страшный. Я только... Нет, тихо, стой тут, ты мужчина, блядь! Рассудок, нужно спустить рассудок! Хорошо. Забейся в угол, как мужчина! Снимай трусы, во снил трусы. Она просто шепнула, она ей не понравилось, что мы с переключателями играли. Шлюха безмозглая, пошла нахуй, поняла? Ой. Не надо было так с ней, не надо было, она заперла входную дверь. Нет! Слышишь? Нет, это ты ебанулся, пойдем. Ты же слышишь это? Стой! Прячься, другую комнату! Я не буду прятаться. Нет, не стой на месте, дебил, другую комнату уходи! Ладно, я к тебе. Да, и фонарик вырубай. Я уронил его, похуй. А, мне нет света. Тихо, все хорошо. Ты живы, главное. За тобой спиной, придурок, вот. Там угол, что ли? Покажи себя, посвети на себя, ни хрена не видно. Есть. Вот это ты слился со стеной. Все, бери фонарик и поехали отсюда. Мы посвети, посвети. Все, давай, быстро, позад на тапок. На улицу? Давай. Пошли. Да, и все, съебаемся отсюда, все. Чувак, ты меня кинул. Ты сказал съебываемся, я съебываюсь. Я такой медленный, конченый. Почему такой медленный? Я холодный. Зажимайся. Где выход? Вась, меня идут! Все, дверь заперта! Я не хочу! На тренаж! На тренаж заходи! Не ори! На тренаж! Убегай в другую комнату! В другую комнату убегай! Пошел. Она все идет ко мне! Все, я бегу от нее! Я не могу, застрял! Кофейный ебаный столик! Кофейный столик! Я убегал от нее вокруг дивана, как в ситкомах, и споткнулся об столик. Тупица. Так-то я всегда руководствуюсь дорожными знаками, кроме тех случаев, когда они противоречат моему расписанию. А это именно тот случай. Бабзина, вы отвлекайте меня от городского консервативного вождения. Блин, кажется, я немножко горю. Нет, Бабзин не встречает. Бабзина, заткнись, пожалуйста. Бабзина! Меняю машины как перчатки, держу в курсе. К сожалению, дворники этих москвичей не рассчитаны на местные метеорологические явления, так что будем ехать на крик. Не совсем. Ребята, я не могу рулить и слушать вас одновременно. Что за хуйня, блядь? У меня постоянно нету денег. Скинь мне денег, Богдан. Скиньте мне лучше денег. Могу подарить темку. Кидай мне! Я наебал тебя. Отличный повод напомнить тебе, что ты гандон. Да на, блядь, с Фомасом сыграю. Да ладно, чё, серьезно? Убью больше, чем ты. Кидай. Погоди, сейчас я тебе сюрприз устрою. Идиот. Идиот. Подсади, пожалуйста. Иди. Подсади, пожалуйста. Эй. А? Говно акустика. Да. Есть реверберация. Хотя что я выебусь, неплохая кучка, довольно комфортная кучка, я даже хочу тут немножко посидеть. Все, мой последний удар. Блять, как пиздец. Да все, я его кончу. Он умер. А че, а ничего, блять, а вот и заткнись, блять, хули ты экаешь, тупой, нахуй, нечего сказать, вот и молчи. Да, вот это ты, конечно, покакал. Окей, на счет три. Раз, два... Три. Спаси и сохрани. Оба. Что? Боже, я куда-то боже, падаю. Я не туда боже, падаю. Боже. Что это? Что? Деревья. Я в лесу уже. Я в диком лесу уже. Господи. Я все. Я хочу еще. Кажется, я стер пол задницы по пути. Да мне впадло подниматься так. Да. В этом заключается весь смысл существования отцов. Но мы тут сами по себе, к сожалению. Зима наступила. Красиво. Холодно. Я поехал. Блин. Деревья. Как я не хочу обратно. Кто построил эти деревья? Боже, полетел на тебя. Да я все деревья собираю. Да я не хочу их собирать. Это самый грустный спуск, я недоволен.
Я тоже эти деревья съел. Я очень недоволен. Вот это скорость! Вот это скорость! Лес и магия! Я где-то по пути по-любому шлейф из говна оставил. Ты где-то по пути? Ты, по-моему, полкарты пересек. Ты где? Где хмеедь? Где я? Вау, это что, фастфуд? Тёлки. Это говядина? Такой звук. Смотри, здесь человек. Да, можешь его зарубить. Что происходит? Не понимаю. Здесь мертвая женщина. Как можно здесь умереть? Что произошло? Ты убийца? Ты маньяк? Нет, я это... Я думаю. Ты слишком мягок к себе. Братан, смотри, тут такой-то был. Ты знал, что на самом деле пельмень — это не варенье? Извините, я случайно подглянул, куда не стоило подглядывать. Нормально. Чувак, по тёлкам имелось в виду не это. Я, кажется, умираю. Я слышу ангельское пение в голове. Или это радио играет? Прикольное, кстати. Радио или музыка? Музыка хорошая. Слушай, а нормальная песня? А что за песня? Да я пошазамлю, подожди, стой, мне интересно. Да ну пошли. Шазам. Дай мне буквально 2 секунды. Сейчас мы узнаем все. Ой, она сломалась. Забудь. Толкай, стукача! Толкай, стукача! Там никого нет. Да, я толкаю, а вы на вопросике. Опа. А, Богдан, проблемы. А, этот, который... А я не могу, по-моему... Я могу дверь вам закрыть, чтобы не слышать эти крики. Держись там, брат. Поднимаем, мужики! Нахрики! Все, проходит. Отпускайте по очереди, все сразу! Держите кто... А, неважно, забейте. Да, нет, важно. Все нормально. Хорошо, что все обошло. Это было важно. Классный ход. Это у тебя чик-чик, да? А? Что за звуки странные? Это этот прибор? Какие? Чик-чик-пум-тум. Я, кажется, понял. В чем дело? Пианино. Саспенс создаешь мне. Я нашел пианино. Решил музыку тревожную мне тут включить. По-моему, у них хуево настроено. Слушай, пианино. Такая музыка даже человеку не понравится, не то что призраку, так что остановись, пожалуйста. Погоди, я, кажется, могу... Я с этой куклой хожу, она мне так нравится. Ты дрочил сегодня? Это же чертик. Вот этот вылетел, он в масле, что ли? Вау, фотик красиво показывать. Я все видеть в этот фотик. Я тебя видел, я снимать, я видеоблогер. Итак, дорогие друзья, это видеоблог, где я живу и что находится у меня в хате. Это у нас что? Это гостиная, совмещенная с выходом, коридором, кухней. Совмещенная, это хаб этого здесь дома. У нас... Он соединяет весь первый этаж. Да, извини, я украл. Здесь у нас в целом неплохой. Неплохой диван. По-моему, кожаный. Бля, чуть не попытался сесть. Прикинь, дебил какой, охренеть, да? Итак, значит, мы здесь с Аркадием обедаем, завтракаем, ужинаем и трахаем. LG 4K. HDR 8K. Нету ничего не показывают. YouTube в этой вселенной закрыли. Что там на втором этаже? Не очень хочется туда подниматься, там темно. Тогда зачем ты поднимаешься? Рунтур еще не закончен. На первом этаже ты кухню не показал. Эй, алло. У нас ни хрена нет еды, я тебе так скажу. Итак, что мы будем делать дальше в нашем видеоблоге? Бить посуду или готовить еду? Это хлебница старая какая-то, это ретро-футуристическая. Что? Дверь заперлась. А нам это важно или мы дальше будем снимать наш блог? Нет. Да, мерцает свет. Да, важно. 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 Вот он! Что это? Что это? Я умер! Где моя камера? Хуёвый влог! Хуёвый влог! Откуда? Откуда? Фу, блядь, ты помешал нам! Мы просто рум-тур делали, твою мать! Настало время покушать. Я бы тоже поел, кстати. Надо бомбануть костер. Я ничего не кушал с момента кораблекрушения. Молча уже готовит повар. Повар Аркадий. На троих теперь. На троих. Теперь с нами Олег, новичок. Будем есть мясо сейчас. Озеро замерзшее, если что. Оно еще и твердое. Дебил! Так оно замерзшее, твердое. До обеда он не доживет. Позвони мне, позвони.
Позвони мне, ради бога. Фу, здесь все блевано. Ради бога, кто здесь звонил? А, вот это у меня тариф, конечно. Погодите, мне же не дали даже выбрать, кому звонить. Кому я звоню? Брум-брум-брум-брум. Еще раз позвонишь, я тебе ебальник набью. Я уже договорилась, за тобой едут, блядь, последний понедельник нахуй живет. Да сколько можно за нами охотиться? Им не в усталость вообще ни разу. Олег, я понял, тут занято. Надеюсь, он не за мной побежит. У меня есть адреналин, но аптечку не нашел. Где-то аптечка была до этого, но я не знаю, где. Олег, прикинь. Блядь! Он просто пошел в твою сторону. Блять! А! В смысле здесь человек? В смысле, блядь? Чертило в дермантине, он меня покалечил. Олег, где ты? Я хочу умереть рядом с кем-то. Тебя бьют? Нет, я не хочу заходить рядом с тобой. Я сюда. А, да в смысле опять он? Опять в другом шкафчике. Ребят, нас жестко отдрюканили. Держу в курсе. О, Богдан начал сказяна. Ребята, с вами было приятно. Подписывайтесь на канал. В этом доме точно есть призраки. Звук глотка. Что со звуками? Что со звуками? Они новые. Они новые. А, как неприятно. Успокой. Вьетнамский дебил, успокойся. А? Звуки просто новые. Я как будто слышу в один канал. Не ухо, как будто прострелили. Нет, я думаю, что нет. Вряд ли. Что за искажения непонятные? Что с прицелом? Да успокойся, блядь, обезьяна. Не исказили боже. Мозг, погоди. Не смотри под ноги, главное. Я... Все, пиздец, завис, дед. Вьетнамец увидел впервые ноги. Все, мы его потеряли, я понял. Олег, оставь его, ему нужно 2 часа перезагрузиться. Мне нужна пила, жгуты и 30 минут уединения. Если я камушек на ти на берегу, то у меня будет много стрел. Это ряд гондонов. О, не только появились здесь. Стой, я динамит крафчу, отвлеки их. Я сегодня утром все ногу обоссал. Я тебе что, из Мстителей, сокол, блядь? Я хочу, куда кинуть, куда динамит кидать? В него, кидай, в него. Все. Вот, кинул, о, кинул, что он делает? Опять что он делает? Отлично. Найс. А этому похер. Ему не понравилось. Так, мне нужен инвентарь. У меня все дырки для хранения оружия закончились. Да, я тоже. Тут-то дверь. Слушай, а тут дверь нашел. Нам, походу, сюда. Ты долго там? Мне эти зубы не дают пройти в эту дверь. Да что ж такое? Какие зубы? Какую дверь? В смысле, она была открыта? Да неужели? Понимаю. Ты развел меня? Сильного ничего, блядь. Я достал эвакуатор, друг. Друг, я достал эвакуатор. Выходи ко мне, сейчас будем машины грабить. Окей, thank you, let's go, motherfucker. Придурок. Просто как Рик сейчас общался. Этот мир мертвый, но он чертовски красивый. Хоть и мертвый. Да и в целом он не открытый. Почти. Но красивый. Что это? Это кто там залупается такой? Это вот эта вот насадка для пениса что-то хочет. И что ты мне сделаешь? Я в капсуле. Блядь. Не ори в храме Божьем, мать твою. Олег, заедете к нам на ужин сегодня семейный? Да, я думаю. Да. Дженгу возьмите, время пожалуйста. Смотри, смотри, ходит там. Чувствует себя... хозяином этих земель, наверное. Ну-ка, пожуй веток, я хочу задать на нем мачете. Он меня ударил. Он меня ударил дважды. Я считаю, что ему нужно за это помереть. Ну, блин. Да. Да ладно. Да какого? Ты будешь биться? Ну, он пол брони. Сразу две брони. Он пол брони мне по... Ha ha ha!
район облетел, бро! Все, давай дальше по делам. Ладно, ребят, мы поехали, спасибо за компанию. Хорошего вечера. Взаимно. До свидания. Я не сел, уебок, ты, блядь, эгоист конченый. Ты садился у меня. Вот ты сел. Сука, я попрощался и стою, как долбоёб, блядь. Довольно нелепо. Блядь, какой ты конченый, господи. Ну какой же ты конченый. Ты дашь мне хоть какое-то время не заходить в админку, скажи. А вот иди нахуй, а. Вызывай медиков, чертила. Не поверишь, не планировал. Блядь, кто это планировал вообще? Попрощались, блядь. Блядь, я хочу... Мимо, если... Если... 20 метров, блядь. Хорошего дня и пиздец. Если умирать с другом, то только так. Я лежу, кстати, очень близко. Сам тебя, пиздец. Вас атаковал мистер Мармон, блядь. Враг ближе, чем ты думаешь. Как день прошел твой? Больно. Это ты. Хорошо. Так как я виноват в данной ситуации. Принял на себя удар. Буду, да. Это хорошее место и время. Знаешь, что интересно? Я хочу, чтобы у врача возникли некоторые вопросы. А, вот и врача. Врач? Блин. Он. Здравствуйте. Спасибо большое. Что? Погодите! В смысле, блядь? У меня страховой полюс, гандон заспиртованный! Стой! Наше правосудие. Прикольно, что перевели надписи всякие. Да, все на русском, я тоже удивлен. Ну не все, вот вывески, правда. Ну текст, а не телевизора. Что? Богдан, прикинь, этот полуфабрикат себе уже дом нашел. Что это за место? Как вы думаете? Это, типа... Где мы, что нам делать? Бежать, я понял. Эта задача зафиксирована. Через капот прыгай ко мне. Через капот. Я к тебе домой. Пацаны, там это нормально все у меня. Так, все-таки прошла информация по мне. Я уже уставший. За 2 минуты игры мне сломали дух и жопу. Давай, придержи, я закрою дверь за тобой. Давай, закрой. Закрою. Красавчик. Так, а зачем закрой, ты это? Закрой, не открой! Закрой! Никого нет дома! Олег, сударь, что за хуйня? Да я еще не зашел, твою мать! Извинись! Подожди! Его не пускай! Идите сюда! Все, смотри. Он умеет открывать двери! Извините, это меня удивило. Ух ты, я могу это открыть. Конечно. Толпай. А, оно в обратную сторону открывается. Я хочу домой. Я хочу посмотреть, как там дома. Да ты нытик. Это путешествие затянулось. Тут дело такое. Что? Я не знаю, где наш дом. В смысле? А почему переживает она? Да будешь ты ж конец. В конце-то концов. Установительно кататься по этим соплям. Стены, да, чувствую себя заблудшим сперматозоидом в сложном метрополитене проститутки. Так, задача на сообразительность. С этим у нас кое-какие сложности. Это не туда. Это вообще не туда я пошел, это вообще что-то не то я сделал, помогите. Пожалуй, я выберу смерть. Атомный хер мне в задницу. Ладно, вторая попытка. А отсюда на противоположную. Нет, нет, сюда, отсюда, так вот. Это... Да есть гыш-дыш-дый! Делаю шаг назад, хер в зад. Делаю шаг вперед, хер в рот. А куда мне идти-то? Гражданин, игра. Ну, в этот раз я хотя бы могу камеру направлять. О, не будем дышать, пока будем это проходить. Слушай, я не понимаю, почему тебе не нравится этот диван. Он есть, это уже хорошо. Ладно, местный такой, чисто. И ты должен как-то полумесяца лежать. Что, я как будто упал с 5-го этажа. Я икнул и рыгнул внутрь. Это звучит как сложный трюк. Ага, я тебя прохал. Спаси меня! А что случилось? А, погоди, а где я? Где мое пиво и сандали? Они отлетели. Ты что, ебанул-то, Сася? Я просто резко встал с дивана. Все нормально. А, ты там что-то готовишь. Я чувствую жарку пищи.
еда будет сейчас, еда. Так, погоди, твой костер, конечно, хороший, но мой будет идеальный. Мой микрокостер будет... О, я могу... Что? Что? Ты что, толпой? Ты конченый, скажи мне, твою мать. Красивая дырка. Ты скажи, ты дебил? Мало того, что можно упасть, так еще можно упасть горевшим. Я увеличиваю костер бревнами. Я увеличиваю время. Что? Я подожгу свой микрокостер. Я поднимусь. На меня упал костер. В мой костер не уходи. Я повязан на костер. Это сюрприз тем, кто поднимается сюда. Как продвигается убийство Карстра, брат? Ты никчемный, дай мне, я сейчас все сделаю. Что? Почему я подпрыгнул? Откуда это бревно? Я не знаю. Можно я его порежу? Я давай, сделаю давай. Это как истинный ниндзя. Давай. Отвлекаю. Извините! Долбек это! Удали мой номер, Олег. Побереги! Я захожу в хату мощного! На нахуй, лови в гнездо заряд позитивной энергии. Блять, только не ты, только не плющ! Как же ненавижу эти сбежавшие из аквариума водоросли. Где он, где они? А я пока капсюлечку всосу. А он довольно недальновидный, довольно... Я бы даже сказал, тупой. Но мне интересно, если это убить, это можно будет съесть с роллами? А! Что? Что, плюну меня сейчас, эй! Оставь ты этих зомби, пошли город посмотрим. У него нога отдельно. Наступила, наверное, отдельно на отдельно от всего остального. Или от чего? Я просто пытаюсь поддержать диалог. Нет, блядь, от чего нахуй она? Смотри, отдельно, смотри, стой там, быть. Стой там. Я, как думаешь, смогу докинуть уверен, этот нет, аккумулятор? Уверен, нет. Итак, пошел расчет траектории, да расчет нет, баллистики и тяжести аккумулятора, направление ветра, гравитации он Земли. Слабо летает. Поехали. Блять. Сука. Просто прямо в ебало летел, реально. Давай. О май гад, спасибо. До свидания, увидимся в Макдаке. Они машины заглушили, говорит, слышишь? Говорит, машину не заглушил. А я уже на мосту. Посмотри. Нет, да? Едет. Подожди меня! Подожди меня! Я подожди! Я подожди! Поехали! Сейчас будет погоня! Фак! Как ты виляй! Неожиданный поворот и все такое. Хорошо! Нет! Блять, быстрее, быстрее, садись. Блять, сука, ухожу. Ты меня в больницу отправил. Ай. Бать, опять набухался, блять. Да почём нам Эверест? На этом монотравмате хоть куда? Поднимусь и здесь. Ах, поднимусь, ты пассажир, вот это ты урвал, э? В гору поднимусь. Да-да-да, хрена с два. Сейчас дождешься. Закрой свой грязный рот, глупости говорит всякие. И сам пробует при этом говно кусок. Ну, я не надеялся. Я доехал до того места, где я... Да заткнись нахрен, бля, что я оправдываться должен. Олег, подержи маму на колесо. Нет. Его придется скинуть свое, поэтому он тебе не поможет. Так что соси машину. Блять, нет, плохая идея была. Думал, сейчас ускорится просто. Неси там свое моноколесо и не неси чуши, понял, блин. Слушай, получается, пока я тут, я могу над тобой еще немножко поиздеваться. А почему? Я голоден или что-то? Херосас. Подожди, уёбок. Я уже почти дошел. У меня моноколесо. Соси хер. Сучка, сейчас ты упадешь.
Погодите, ребята, нам в эту сторону спускаться? Неважно. Да, неважно. В эту сторону. Я лечу пешком. Вот прилетит. Второй дубль, поехали. Ого. Нет! Почему нет? А почему и нет? Че, гонка, нет? I'm sorry, ублюдок. Кати спорт машины, я тут вижу. Oh my god, я кончил. Может, гонка? Let's race. На третий сигнал. Давай. Я проебался. Всем привет и спасибо за просмотр. И да, вам не показалось, это действительно рубрика «Самый сок», и она впредь будет выходить в конце каждого сезона, потому что я считаю, хорошие моменты должны быть оценены дважды. Всего хорошего, пока-пока.